Но. И мы думаем, гадаем, какой он будет, вкусный или нет. А что он будет невкусный? А ты какой арбуз купила? Желтый? Почему-то мне кажется, что он желтый. Нет, мы купили не желтый, мы купили черный принц. Виталий сказал, что желтый будет невкусный. Что значит черный принц? Сорт. Черный будет. По идее, должен как нет, красный должен быть. Что? Черный принц красный? Угу. Почему черный принц? Не знаю, почему есть томаты бычье сердце. Так, кому еще добавки? Ну, типа размером с бычье сердце. О, это как принц черный. Держи. На, котенок. Угу. Виталик, Слав... Я не буду. Как? Святослав! Я что-то всех перебрала. Забыла, как зовут. Да, да. Даже на меня наехала. Лев, Лев, говорит, собака зовут Лев. Да столько народу, я уже все имена перепутала, поперепутывала. Кто, 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 где. Баклак. Так. Главное, что не вытащил. А как у нас план на сегодня? Есть, пить. И спать. Да, мне кажется, этим мы и занимаемся на протяжении уже. Я спать там хочу. Слушай, шикарно получилось. Пицца? Угу. Ну, выглядит прикольно. Конечно, это не пицца, это какой-то пирог, но для нас это всех пицца. Что это не пицца? Пицца. Ну так, так, скажи мне. Она должна в лучших традициях там раскатываться. Тесто что-то круглое. Так же это все работает. Никому она ничего не должна. Никому она ничего не должна. Во. Да. Это моя любимая фраза. Как мне сказали, икра должна. Я говорю, икра никому не должна. Женщина должна. Женщина тоже никому ничего не должна. А как икра? Вот я вот не могу понять, а икра что должна? Икра должна быть. Да. Икра должна быть, икра есть. Угу. Обалденная пицца, молодец. Нравится? Кушайте. Угу. Очень вкусная. Прямо очень. Умница. Даже если это назовут пирогом, то это очень вкусный пирог. Прямо хорошо, мне понравилось. Даже если вдруг кто-то скажет, что да, вот мне прям рецепт теста, я тоже буду как заливной пирог можно, да, делать? А я прям его сделал. На моем YouTube-канале. А, угу. И капусту, ну, например, которая... Капуста, которая жареная, да, сверху? Нет. И в духовку. Можешь такое сделать пирог? Я специально подальше отодвинуть. Я ее, знаешь, что делаю? У меня у Димки на работе часто заказывают. Я ему табуретку есть. Ты ее внимание привлек. Ну, на какой-нибудь праздник, корпоратив. Дима приходит, говорит, надо пацанам там пиццу испечь. Сейчас кинутся все тебе это. То есть вот пеку такие вот. Как-то даже было и 4, по-моему, или 2. Или 4. Короче, много. И не мою. Напекла на больших порах. Могу ешь табуретку. Вот в этих жаровнях, в обычных домашних. Да, ну в большом, да, обычном домашнем противне. Угу. Там на какой-то день чего-то там, как обычно. У меня, может, зубы режутся, что нагрызется. А у тебя здесь получается колбаса, сыр, помидоры, угу. Маслины, лук. Огурец маринованный, Дима любит. Огурец маринованный. Все. И что еще? Грибы. 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 Хороший, вкусный. Мне прям понравилось. Спать можно еще сделать пиццу три сыра. Старый, новый и колбасный. Старый, новый и колбасный. Мне тоже только нравится идея. Ну, много сырного или кисломолочного, или молочного я есть не могу, к сожалению. Вот так вот можно. Левка любит эти всякие пиццы. Пиццы с сосиски в тесте еще. Угу. Приятного аппетита, друзья мои. Пока. А ты что, вот эти помидоры доедать не будешь? Нет. Дай мне-ка сюда, самое вкусное. Слушай, в Магните продается тесто, называется звездное. Угу. Видела? И что там, не-не? Это слоеное тесто. Угу, стоит 56 рублей, упаковка, там две пластины. Вот такого размера. Угу. Берешь это тесто, покупаешь, а в этом тесте делаешь сосиски. Или я делал с яблочным этим... Яблочное варенье, как будто бы я делал. Прямо вот пару яблок купил, с сахаром раз, немножко, как говорится, как это называется, припустил их. И туда. И получаются офигенные булочки вот с таким тестом. Класс просто. Слоеное. Оно прямо вау. И еще делали сыром и зеленью квадратик. Берешь, раскатываешь, кладешь, а потом как треугольник залепливаешь. Да, вот он квадрат. А ты берешь вот так, залепляешь. Углы между собой. Яйцом смазываешь.
И вперед в эту в печь. Просто. С зеленью, с сыром, с творогом, с зеленью. Когда опять делать с белой кружкой? Слушай, по-моему, ты что-то такое видела. Ты разве не показывала, да, что-то с зеленью? Делали, делали, готовили. Ну, что-то, по-моему, такое. Белая помню. Кружка, по-моему, там где-то на столе стояла, что-то слов. Я видела ее, мне кажется. Чагу-то пей. Горячая, я не умею такое пить горячее. У всех чай, у Виталика. Чага прикольная. Виталика кефир. От нее сразу, я вот сижу, пью, от меня уже от нее прям жар кидает. Она как это, как малиновое варенье. Еще немножко, когда свежая. Нашлась, Виталь? Да, Виталик нашел. Ну, хорошо. Причем, когда сухая чага, такого эффекта я не замечаю, не особо. А как это, когда сухая чага? Что, есть сухую? Ну, нет, сухая она. Подсохла немножко над печкой, она легче становится даже раза в три, наверное. А это свежее с дерева, кусок оторвала и кинула. А, я поняла, о чем ты говоришь. Но она на вкус безвкусная вообще, да? Ну почему? Ну такой древесный, деревянный, дёготь отдаёт. Не чувствуешь дёгтем? Есть немножко чего-то. Мне горячее. Вытащи её попить. Дёгтем это отдаёт. Горячий вкус, или как назвать? Температура перебивает весь вкус. А-а-а. Я тоже чувствую температуру горячей вот этой воды, я не чувствую вкуса. Я жду, пока остынет. Ну так тебе надо это... Водички керецкой залить. Попить. Ну, покрепче будет. Какие еще планы, что будем делать? Виталик хочет приготовить плов. На ужин, да, Виталик? Или ты уже все, спать захотелось? Ну, если вы скажете, я приготовлю. Мы можем сковородку плова приготовить одну на ужин, а на завтра уже не будет. Завтра еще что-нибудь приготовим. У нас есть огурчики соленые, огурчики свежие мы купили, помидоры. Можно так нарезать тоже к плову, если кто-то хочет. И покушать. Пока Виталик будет готовить, мы поспим. Да? Да не, я сегодня выспалась. Она выспалась. А я не выспалась. У меня ночью снились кошмары. Мне снилось, что я в стену упираюсь постоянно. Ты что, у стенки спала, что ли? Ну, я всегда у стенки сплю. Ужас какой, терпеть не могу. Причем один раз я подумала, что ты упадешь, и подтаскивала тебя, Виталь, с краю. А ты ногу поставила, вот так ты лежишь, короче, и ногу поставила на пол. Я думаю, ну все, ты одной ногой уже с дивана. Давай тащи, ты что меня тащишь. Она сюда спит справа. То есть как вот мы спим, так я и сплю дома. Ага. Справа. И где бы мы ни были. Если бы по-другому бы диван стоял, она бы спала по-другому. Я бы спала тоже справа, а при вот любых обстоятельствах. Да. Потому что я привыкла. Так. А везде ведь, даже в Питере вот мы жили, да, справа. В Уксе. Везде справа. Я сплю с краю, моя хата с краю и никуда. Не, я не умею, чтобы с краю или не с краю. Там мне надо именно справа спать. Но мне надо с краю. Почему именно с краю? Не знаю, удобно, что ли так. Хорошо. Очень хорошо, очень вкусно. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Приятного аппетита. А мне нормально.